Сдержанный Наукоград – место с уютными и родными улочками, православная обитель, уголок искусства и вдохновения. Каждый из нас ощущает город по-своему. А каким его видит ребенок? Организаторы 3-го городского кинофестиваля «В кадре. Саров. Ракурс. Магия детства» призывают показать это в видеоформате. Кинофестиваль мы проводим уже 3-й раз, и наш фестиваль посвящен детству, счастливому детству в нашем городе Сарове. Его главная задача – это мотивация подрастающего поколения к изучению родной культуры, истории, а также воспитание чувства гордости и любви к родному городу. Рассказать о Сарове можно в 3 номинациях: мультфильм, информационный видеоролик, информационные заметки и репортажи, художественный сюжет, видеозарисовки, очерки, игровые фильмы. Принять участие могут дети от 6 до 17 лет. В своих видеороликах можно рассказать обо всем, что вам нравится в нашем городе Сарове, чем вы гордитесь. Вот нужно доказать, что в Сарове жить лучше всех. Это лучший город в России, может быть, даже на Земле. У нас очень много различных достопримечательностей, начиная даже с того, что мы живем в Мордовском заповеднике, на территории Мордовского заповедника, и заканчивая тем, что это духовный центр России и ядерная держава нашей страны. Поэтому я думаю, что тем для роликов будет очень много. И мы ждем замечательной работы наших участников. Организаторы принимают заявки на участие до 6 мая. Подробнее ознакомиться с условиями конкурса и задать вопросы можно на сайте ДШИ номер 2, в официальной группе учреждения ВКонтакте или по телефону 95184. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров, 24.